Сегодня заместитель председателя Кабинета министров, министр здравоохранения и социального развития Чувашии Алла Самойлова дала пресс-конференцию. Главное событие, мы считаем, которое произошло в этом году. Впервые в Чувашской республике зарегистрирован положительный прирост населения. Впервые практически за 20 лет. Это общий тренд Российской Федерации. Чувашская республика в данном случае тоже оказалась в числе тех регионов, где положительный прирост населения зарегистрирован. В абсолютных цифрах рождаемость увеличилась более чем на 1000 новорожденных детей. А если говорить о том, что и уменьшилась смертность, то в целом мы можем говорить о том, что в целом жители Чувашской республики на сегодняшний день стало почти на 1200 человек больше. Полную версию пресс-конференции министра здравоохранения и социального развития Аллы Самойловой смотрите на нашем канале завтра в 18:30.